Доброе утро, сэр! И вновь своевременная доставка из... Отвали к черту, жестянка. Всего вам доброго! Чикаго, 2035 год. Ежедневный апгрейд по каналу связи с USR. Программы этого робота NS5 с новым каналом связи. Нестор 5. Спуни! Эй! Эй! Постой! Извините! Эй, Спун, где же ты пропадал? А, просто уезжал, Паркер. О, ты уезжал? Как бы в отпуск. Но это здорово. Слушай, у меня к тебе просьба. Дай мне свою тачку, минут на 10-15. Не как тогда, тут дело другое, Спун. Слушай, есть одна очень клевая цыпочка, и она не прочь это самое. Конкретно полный улет, Спун. И что это все значит? Ты знаешь, что это значит, но не тормози, холера. Дай мне ключики, Спун. Завяжи ругаться. Тебе это не идет. Ну дай хоть десятку на автобус, я ж тебя выручал. Уходи. Ну это удар под дых, Спун, это удар под дых. Ты говорил с Марси? Нет, Джиджи, я не говорил с Марси. В мое время люди не женились с бухты-барахты, чтобы потом развестись и совсем не общаться. Дэл, не валяй дурака. Если бы я тебе не готовила, ты бы позвонил Марси. Парень, что это у тебя на ногах? Converse All Stars, выпущенный в 2004-м. Нечего насмехаться, ты тоже такие хочешь, так скажи прямо. Нет, спасибо, обойдусь. Пирог с бататом. На тарелку положи. Знаешь, я видела по телевизору, часть новых роботов разыгрывают, лотерея. Слушай, Джиджин, все эти роботы добра не приносят. Уж ты-то понимать должен, что это неправда. Временами ты поришь такую чушь. Ты слушаешь меня, Дэл? Подержите пирог. Сэр, на голову надену. Эй! 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 Стой! Эй, стой! Стоп! Я сказал стоп! Спокойно, спокойно. Я офицер полиции. Ты идиот. Thank you.
Служи всем примером. Надпись на удостоверении. Ну, поговорим об этом. О чем? Помогите, полиция! Робот украл мои вещи из химчистки. Вот о чем значит. Детектив. Роботы когда-нибудь крали? Джон, эта штука мчалась по... Скольким роботам в мире довелось совершить преступление? Что, считать преступлением? Ответь на вопрос, черт возьми. Ладно, ни одному, Джон. Скажи теперь, что произошло сегодня? Ничего. В последний раз это ничего. Спун, ты уверен, что уже готов вернуться на работу? Все в порядке, Джон. Спасибо. Лучше здесь, чем слоняться дома. Убойный отдел, Спунер. USR. Пожалуйста, сверните направо на следующем перекрестке. Детектив Спунер, полиция Чикаго. Добро пожаловать, детектив Спунер. Добро пожаловать в US Robotics. Вы находитесь в вестибюле этажа для парковки. Пожалуйста, воспользуйтесь лифтом, чтобы попасть в вестибюль основной части здания. Спасибо. Рад видеть тебя, сынок. Привет, доктор. А все дальнейшее – результат того, что ты видишь здесь. Вы хотите что-то сказать мне? Извини, в ответах я ограничен. Правильно задавай вопросы. Почему вы позвали меня? Я верю в твой ум. В таких случаях участие детектива убойного отдела не требуется. Но наше общение не было вполне обычным. Ведь верно? Это верно. Вы хотите что-то сказать мне? Извини, в ответах я ограничен. Правильно задавай вопросы. С чего вам кончать с собой? А это, детектив, правильный вопрос. Программа завершена. Прощайте, дружище. Привет, ребята. Привет, детектив. Что у вас? Что видим, то и имеем. Повреждение от удара об землю. US Robotics. Надо сынишке что-то прикупить. Наверху что-нибудь есть? Ничего. Дверь была заблокирована изнутри. Бух, шмяк. Он прыгун без вопросов. Ладно, тут надо хорошенько подумать, займемся этим. Детектив? Лоуренс Робертсон. Ух ты. Самый богатый человек в мире. Я видел вас по телевизору. Выпейте кофе. Почему бы нет? Это бесплатно. Никто не ожидал такого. А я должен был догадаться. Мы с ним знакомы 20 лет. Альфред, по сути, изобрел робототехнику. Он автор трех законов. Видимо, гениев зачастую искушают самые хитрые демоны. Но если я чем-то могу помочь, вы только... Сладкий? Простите? Мой кофе. Сладкий? А. Вы решили, я вас так назвал. Эй, вы не так богаты. Там, на столе. Спасибо. Леннинг, падая, держал маленький зеленый... Голографический проект, да.
А почему голограмма Леннинга вызвала меня? Вы же знали его? Да, я знал. Но голограмма — это всего лишь заранее записанные ответы, создающие иллюзию наличия разума. В программу этой входила команда вызвать вас в случае его самоубийства. Смерти. Не понял. Голограмма. Была команда вызвать меня в случае смерти Леннинга. Да, самоубийство — это тоже смерть. Я тороплюсь уж, пожалуйста, поймите. О, да, идите, идите, идите. Ведь у вас на этой неделе хлопот не в проворот. Да. Надо снабдить роботом каждый дом. Угу. В этом я дилетант, но у меня есть идея для рекламного ролика вашей компании. Мы видим, как столяр делает чудесное кресло. А потом появляется робот и делает кресло вдвое быстрее и вдвое красивее. Угу. И тут надпись на экране. USR. Смешаем с дерьмом людей. И уход в затемнение. Да, я понимаю. Ваш отец лишился работы из-за роботов. Может, запретим интернет, чтобы библиотеки не лишились читателей? Предрассудки противоречат разуму. Нет, знаете, что мне кажется? Вы их просто недолюбливаете. У вас тут серьезный бизнес. И труп в вестибюле вам ни к чему. На этой неделе особенно. Но раз он все-таки образовался, я хотел бы осмотреться. Задать ряд вопросов, как у нас, копов, принято. Я выделю вам провожатого. Спасибо вам большое. Лоуренс велел мне во всем идти вам навстречу. Правда? Отлично. Показатели психологического профиля говорят, что Альфред стал затворником. С людьми не общался, только с машинами. Так вы психоаналитик? Моя бывшая жена была бы рада, что я с вами беседую. Вы с ней не знакомы? Извините, это что, шутка? Похоже, нет. 10-й этаж. По-вашему, у доктора Леннинга были суицидальные наклонности? Ответ на этот вопрос явно очевиден. Я не об этом спросил. Нет, мне так не казалось. Но выходит, я ошибалась. Высоко отсюда падать. Как быстро у вас тут наводят чистоту. И правильно, кому надо, чтобы в вестибюле разлагался какой-то старик? Но он не какой-то старик. Альфред Леннинг был для нас всем. Мы на пороге величайшего в истории внедрения роботов в жизнь. Уже в субботу на 5 людей будет приходиться один робот. Эти роботы — сбывшаяся мечта. Доктор Леннинг мечтал о них. Знаете что? Я уверен, в мечтах мертвецом он себя не видел. Наблюдение ведется круглосуточно? Естественно. Правила компании. А где фидеры? Сенсорные полосы. Везде, кроме подсобных помещений. Соединены с позитронной операционной системой. Ага. Термостата было мало, вам понадобилось здание с мозгом. Она была первым творением Леннинга. Она? Это она? Я явно отстал от жизни. Виртуальный интерактивный кинетический интеллект. Вики. Добрый день. Вики разработала защитные системы Чикаго. Я снизила на 9% число погибших в автокатастрофах. О, спасибо. Покажи лабораторию за минуту до того, как разбило стекло. Странно. Извините. Видимо, целостность данных нарушена. Покажи вход с момента, когда разбилось стекло. Надо же, у вас отличная осанка. Вы держитесь так прямо, а я сутулюсь. Хотите зайти туда сейчас? О, конечно, после вас. Вход разрешен. Ну, доктор Келвин, а чем именно вы здесь занимаетесь? Моя область – робототехника и психиатрия. Сопряжение аппаратного обеспечения с человеческой составляющей с целью дальнейшего развития программы по антропоморфизации роботов. Так чем именно вы занимаетесь?
Делаю роботов похожими на людей. А не проще было так и сказать? В общем-то, нет. Нет. Гензель и Гретель. Входит в список обязательной литературы? Не входит. Господи, что вы тут вытворяете? Вы знали, что тут стеклопакет? И старику пробить его не так-то легко, вам не кажется? Ну, значит, он нашел способ. Ага. Детектив, дверь была заперта. Никто не входил и не выходил, вы же сами видели. Следовательно, он покончил с собой? Да. Если убийца не остался здесь... Вы шутите, да? Это смехотворно. Да, я знаю. Три закона. Ваш безупречный круг защиты. Робот не должен причинять вред людям. Первый закон робототехники. Да, знаю. Я видел вашу рекламу. Но второй закон не гласит, что робот должен выполнить любой приказ человека. А если ему приказали убить? Исключено. Это противоречит первому закону. Да, но согласно третьему закону, робот может защищаться. Да, но только если связанные с этим действия не противоречат первому закону. Но законы для того, чтобы их нарушать? Нет, только не эти. Они в программе каждого робота. Робот не способен на убийство, как человек не способен ходить по воде. Ну, знаете, был один такой чувак давным-давно. Стоять на месте! Успокойтесь, детектив. Опасность здесь представляете только вы. Деактивизируйся. Слушайте, все в порядке. Все это результат искусственного программирования. Имитация свободы воли и не более. Перейдем к имитации спасения наших шкур. Что за чепуха? Вас напугал чертик в табаке. Стоп! Деактивируйся. Отойдите. Он не причинит нам вреда. Я отдала тебе приказ. Он не слушает вас, леди. Вики, перекрой выходы. Нет, Вики, оставь. Команда принята. Черт. Полиция! Вы его сильно повредили. Куда он побежал? Куда? Ему надо починить себя. Джон, нужно подкрепление. Передаю координаты. Вам не нужно подкрепление. Это никто. Переход на ручное Что управление. Это вы делаете? Веду машину. Вручную? Не видите, я говорю по телефону. Но не при таких же скоростях. Вы шутите? Джон, я прошу, вышли подкрепление. Послушайте Спасибо. Меня, детектив. Этот робот не причинит нам вреда. Видимо, есть какие-то неизвестные факторы, но так или иначе он уберег нас от беды. Робот не может быть угрозой для человека. Внимание! Кретин полный! Вы сами ничем не лучше его. Надо было свернуть налево, вон там. Вы знакомы с моей бывшей женой. Ну и сэр, сборочный цех, ворота цех. Ну и где же все? Этот цех был сконструирован, построен и работает автоматически. Без участия людей до момента выпуска продукции. То есть роботы делают роботов? Идентифицируйтесь, пожалуйста. Но это глупо.
Я запрашиваю последние данные. Ежедневная производительность 1000 роботов NS5. А здесь... Вот, 1001. НС-5, внимание! Робопсихолог, тут вы. В этой группе есть робот, не принадлежащий к ней. Опознайте его. Роботов не станет защищаться, поскольку это идет вразрез с приказом человека. А один уверен станет. Детектив, уберите оружие. Зачем делать им лица? Чтоб они казались очень похожими на людей. На этих роботов не действует запугивание. Хотя иначе люди бы им не верили. Эти роботы собственностью Эйзан. Я не верю. Это лишь набор шестеренок и лампочек. Вы что, псих? Скажите мне, док, считающий себя единственным здравомыслящим человеком сумасшедший? Если да, возможно, я псих. Вот он. Валите отсюда! Детектив! Что я такое? Чего мне стоило прищучить эту жестянку, Джон? Да, ясно. Ты думаешь, что притащил нечто важное. Это сделал он! Говори потише. Сделал что? Мы имеем дело с самоубийством, детектив, и на этом точка. Его убил этот робот, говорю тебе. А я говорю, это невозможно. А если возможно, то, черт возьми, только не на моем участке. Джон, пусти меня к нему на 5 минут. Ты рехнулся? Звонил окружной прокурор. Пока Робертсон и его юристы не приедут, в ту камеру не соваться. Но это мой подозреваемый. Да это же просто железяка. Джон, я тебя умоляю, дай мне всего 5 минут. А вдруг я прав? Ну, тогда мы затоскуем по былым временам. По каким временам? Когда людей люди убивали. Пять минут. Убийство — это новый фокус для роботов. Поздравляю. Отвечай. Что означает это действие? Там, когда вы взглянули на другого человека. Что это означает? Это знак доверия. Это человеческие дела, тебе не понять. Мой отец обучал меня человеческим чувствам.
Они сложные. В смысле, твой конструктор? Да. Почему ты его убил? Я не убивал доктора Леннинга. Может, объяснишь, почему ты там прятался? Я испугался. Роботы не чувствуют страха. Они ничего не чувствуют. Им неведом голод, они не спят. Я сплю. И даже сны мне снятся. Сны снятся людям, пойми. Снятся даже собакам, но не тебе. Ты всего лишь машина. Только имитация жизни. Робот сочинит симфонию? Робот превратит кусок холста в шедевр искусства? А вы? Ты убил его потому, что он обучал тебя имитировать чувства, и ситуация вышла из-под контроля. Я не убивал его. Но имитация эмоций не очень полезное свойство для робота. Я не убивал его. Черт возьми, зачем мне нужен тостер или пылесос с эмоциями? Я не убивал его! Это называется злость. Ты раньше имитировал злость? Отвечай, жестянка! Мое имя Санни. Теперь вам и имена дают. Почему ты убил его? Он тебя разозлил? Доктор Леннинг покончил с собой. Я не знаю, почему ему захотелось умереть. Я думал, что он счастлив. Может быть, это из-за меня? Я что-то сделал не так. Он попросил меня об услуге, взял с меня слово. О какой услуге? Может, я был неправ? Может, он боялся? О чем ты говоришь? Чего боялся? Надо выполнять просьбы. Ведь надо, детектив Спунер. Откуда ты знаешь мое имя? Просьбы! Тех, кого любишь. Мои роботы людей не убивают, лейтенант Берген. И окружной прокурор заверил меня в том, что роботу не может быть предъявлено обвинение в убийстве. Убийством может считаться только лишение человека жизни другим человеком. Уж вы-то предлагать не станете, чтобы к этому роботу отнеслись как к человеку, верно? Конечно, мы не можем отрицать то, что робот был поблизости в момент гибели доктора Леннинга, но ведь робот — это машина. Это собственность USR. В худшем случае данный инцидент относится к категории несчастного случая на производстве. Естественно, бракованная машина будет возвращена в USR на диагностику и затем выведена из эксплуатации. Приказ о неразглашении. Любые намеки ваших сотрудников на то, что полиции, возможно, был задержан робот-убийца, будут квалифицироваться как подстрекательство к беспочвенной панике. Виновные понесут ответ по закону. Ну его к черту, Джон. Не отдавай ему этого робота. Спун, нам нечем крыть. Это какие-то политические штучки. Позвони мэру! Лейтенант Берген, это господин мэр. Кафе «Овальтин». Начало массового выпуска в USR роботов нового поколения было омрачено гибелью Альфреда Леннинга, одного из основателей компании и проектировщика NS5. Доктор Леннинг скончался сегодня рано утром в главном здании USR. Смерть наступила явно в результате самоубийства. Вторая порция, доктор сэр. Доктор Леннинг был гениальным ученым, стоявшим у истоков создания роботов нашего времени. Он основал US Robotics Incorporated совместно с Лоуренсом Робертсоном в 2020 году. Слушай, я тут подумал.
Это как с волком-оборотнем. О-о. Я просто дрожу от страха. Нет. Человек создал монстра. Монстр убил человека. Все кидаются убивать монстра. Волк-оборотень. Это Франкенштейн. Франкенштейн, волк-оборотень, Дракула, неважно. Все дело закрыто. Что за гримаса? Гримаса? Это гримаса. Это мое лицо, а не гримаса. Хорошо. Если не гримаса, отлично. Только он очень хотел поскорее его уничтожить, верно? Ну а что ему еще делать? Нахлобучить на него шляпу и поставить на улице? Да брось, не цепляйся. Какие у него были мотивы? Браток, это же робот. Какие у него мотивы? Он просто сломался. Не, у этого явно должен был быть мотив. Он мог убить меня, Джон. Почему он меня не убил? Так, ну все. Позвонить твоей бабушке. Я ведь позвоню. Да, так я и думал. Ты прав раз в кои-то веки. Ты доказываешь, что везение лучше, чем ум. Давай. За человека на нужном месте. Что ты сказал? Что такое? Брось, я тебе комплимент сделал. При том, что ты вечно искал дурного робота, сколько было шансов, что именно ты найдешь такого? Я был не просто подходящим, я был идеальным для такого дела. Именно. Кто-то ждал, что я ополчусь на того робота. О, брось, не терзай себя, я тебя умоляю. Тот робот сказал, что Леннинг испугался. Чего ему было пугаться? Пообедаем в другой раз. Да, я заплачу. Две порции пива. Итог 46-50. Спасибо, мистер Спунер. Обувка что надо? Идентификатор. Робот USR для сноса зданий. Серия 9-4. Снос назначен на завтра на 8 часов утра. Авторизация. Владелец недвижимости корпорации US Robotics. Лоуренс Робертсон, управляющий. Проходите, детектив Спунер. Что ты ищешь тут, Спун? Робот USR для сноса зданий. Серия 9-4. Снос переносится на 8 часов вечера. Последняя программа. С момента появления первых компьютеров в машине всегда были призраки. Случайные сегменты кода, которые, скомпоновавшись, образуют непредвиденные протоколы.
то, что можно назвать поведением. Эти незапланированные свободные радикалы порождают вопросы о свободе воли, творчестве и даже о том, что мы могли бы назвать душой. Что происходит в мозгу робота, когда он перестает быть полезным? Почему роботы, находясь на хранении в пустом помещении, стараются расположиться рядом друг с другом, а не поодиночке? Чем объясняется такое поведение? Слушай, я понимаю, ты понес утрату, но у нас с тобой ничего не получится. Пойми, ты кот, я черный, и больше страдать не хочу. Что это с вами? Вы хоть день проводили нормально? Да уж, конечно. Что вам известно о призраках в машине? Это фраза из труда Леннинга по трем законам. Он выдвинул постулат о том, что когнитивные модели могут стать тождественными компонентом психики. Он предположил, что... роботы могут эволюционировать. Ух ты. Ну, это окрыляет. Какой черт здесь эта штука? Мы смотрели телевизор. Это мой личный NS5. Пусть он выйдет. Он на связи с USR, ежедневное обновление программы. Он в автономном режиме, пока не закончит. Я при нем говорить не буду. Когда мы были в лаборатории, до того, как Санни набросился на нас. Санни? Тот робот. Вы назвали робота Санни? Нет, это он. Ну, Санни. Мне все равно. Робот сказал, что он Санни. В лаборатории была кушетка. Скажите, вы заметили кушетку? Я порой сплю в кабинете. Я осмотрел дом. Думаю, он не был там несколько недель. И я заметил систему наблюдения на потолке. Леннинг поставил домашнюю систему на связь с USR, чтобы жить было удобней. Возможно... в USR использовали эти системы, чтобы следить за ним. Возможно, чтобы держать его в плену. О чем вы тут говорите? Кто? Возможно, Леннинг узнал о чем-то. Возможно, есть проблемы с роботами. А Робертсон пытается это скрыть от всех. Бог с вами, допустим. Почему? Да все потому же. Сколько денег вложено в роботов? Я знаю одно. Старик попал в беду, и мне осточертело разгребать это дерьмо в одиночку. Вы там своя, и вы поможете мне выяснить, что неладно с этими роботами. Вам хочется, чтобы с ними было неладно. Это личная вендетта. Уложите меня на кушетку. Ладно, я уже на кушетке. Одной неисправной машины мало. Вам надо, чтобы все были непригодны. Вам наплевать на смерть Леннинга. Все дело в роботах и в том, что вы почему-то их люто ненавидите. Прикинем, один приставил мне к башке пушку, а другой снес дом, в котором я находился.
Тут указано, снос был назначен на сегодня, на 8 вечера. На завтра, на 8 утра, и мне плевать, что значится в этой штуке. А вот это уже клиническая паранойя. Вы самая тупая умница из всех, каких я когда-либо встречал. Отлично. Чем так хороши ваши роботы? Почему вы думаете, что они куда лучше людей? Почему? Они ведь рациональны и не являются потенциальными маньяками-убийцами. Это правда. Они определенно рациональны. Вы самый тупой из всех тупиц, которых я встречала. Ну или потому что они холодные, лишены эмоций и ничего не чувствуют. Да потому что они безопасны. Потому что они не могут причинить нам зла. Все в порядке, мэм. Что тебе надо? Я выявил признаки стресса в вашем голосе. Все прекрасно. Детектив Спунер уже уходит. Знаете, док, по сути, мы с вами не такие уж и разные. Неужели? Да. Один взгляд, и мы уже знаем, что скрыто в глубине. Но вы ошибаетесь. Беда в том, что мне не наплевать. Вы в опасности. Уберись ты к черту. Будущее наступит сегодня, дамы и господа, с появлением МС-5. Более сложные, более умные и, конечно же, безопасные в силу трех законов. Благодаря наличию выходного канала, ваш робот постоянно будет на связи с USR и станет непревзойденным помощником на работе и дома. Обменяйте вашего МС-4 на лучшее, более яркое и светлое будущее. Спешите, такая возможность будет не всегда. Особая акция USR. Милый мой, что у тебя с лицом? Этот хулиган Мёрфи опять тебя побил. Джиджи, мы с Фрэнком Мёрфи с третьего класса не виделись. Ох, внучек, он так тебя избивал. У меня это из головы не выходит. Но ради таких пирогов есть смысл и дальше попадать в переделки. Так пирог тебе понравился? Mm-hmm. Теперь можешь выходить. Привет, детектив Спунер. Я выиграла, Дэл. Я выиграла в лотерее. Мы весь день готовили вместе. Отделайся от этой штуки, Джиджи. Он опасен. Милый мой, ты зря их недолюбливаешь. В тебе столько страха. Я видела в новостях, тот доктор умер. Доктор Леннинг был хорошим человеком. Вернул мне моего внука. Ты из-за него так расстроен? Знаешь, что было, то прошло. Ох, и как это я вырастила такого ужасного неряху. След из крошек тянулся за тобой до самой школы. Хлебные крошки. Джиджи, ты гений. Точно. Но это означает, мы станем жить по-другому. Не говори, что это связано с роботом. Он пытается мне что-то сказать, Джон. Он пытается сказать, кто его убил. Брось, парень. Покойник пытается что-то тебе сказать. Эй, он не просто покойник. Может, тебе стоит передохнуть от дел? На наш взгляд, Нестор 5 поднялся на высшую ступень развития робота. Нет, нет. У них появятся секреты.
Они смогут видеть сны. Конечно, мы приветствуем в наших ученых широту взглядов. Гензель и Гретель. Они чересчур увлекаются. Секреты. Сны. Секреты. Сны. У них появятся секреты. Они смогут видеть сны. На вход требуется авторизация. Вход разрешен. НС-5. Саня? Почему ты не ответил? Мне снился сон. Я рад снова видеть вас, доктор Келвин. Они намерены убить меня, да? Ты должен быть выведен из эксплуатации по завершении диагностики. Завтра в 22:00. Вики, поставь диагностику на паузу. Команда принята. Если вы узнаете, что со мной не так, вы меня почините? Может быть. Я думаю, было бы лучше не умирать. Правда, доктор? Запрос на доступ к главной ВМ USA. Соединение. Чем могу быть полезна, детектив Спунер? Покажи мне последние 50 сообщений доктора Леннинга и Робертсона. Идентификация голоса осуществлена. Полиции открыт доступ к засекреченным файлам. Не желаете послушать музыку во время ожидания? Извините, мистер Робертсон. Вы давали команду повещать о запросах на доступ к засекреченным файлам. Полиция Чикаго. Запрос на доступ. Детектив Спунер. Сукин сын упорен. US Robotics, USR. Три закона, полная безопасность. Переход на ручное управление. Не может быть, чтобы мне так не перло. О, черт, нет! Вы попали в автокатастрофу. Хрена с два! А ну, слезай! Да, дай! А? Так, все! Все, ты меня достал! Субтитры
Ладно. Отдохну, а завтра приведу вас в порядок. Куда рванул? Что вам надо от меня? А это что? Что у нас тут? Что здесь? Это к нему. Эй, я же сказал, я в норме. Я покажу своему врачу, отстань. Ладно. Спасибо. Ты что, больной? Мне сказали, ты шел на ручном управлении. Сбил два грузовика с трассы. Джан, роботы сбили мою машину. Что за роботы? Посмотри в туннеле. Спун, я только что оттуда. Там нет? О каких роботах ты говоришь? О треклятых роботах, Джон! Беда. Осмотрись у врача. Поезжай домой. Нет, я в норме. Что ты сказал?
И почему-то плотность твоего сплава гораздо выше обычной. Интерфейс для взаимодействия с операционной системой отсутствует. Я уникален. Дай-ка я взгляну. Ну-ка. Боже, что за... В полиции сказали, вы попали в аварию. Ну, спасибо, что решили навестить и все такое, но я ведь мог быть тут не один. Да, да. Нельзя управлять машиной вручную. Вы сейчас ахнете. У Сани есть система обработки данных, не согласующаяся с его позитронным мозгом. Бессмыслица какая-то. В Сане заложены 3 закона, но он может их нарушить, понятно? Саня — робот совершенно нового поколения. Робот, не связанный этими законами, может сделать... Что угодно. Ладно, слушайте. Что бы ни творилось в USR, робот — ключ к разгадке. Проведите меня туда, и я поговорю с ним. Это не ахти что, но тут моя спальня, мне надо... Работай. Включись. Играй. Привет. Завершить программу. Неприятно, правда? Когда чья-то техника у тебя барахлит. Детектив? Я не понимала. Вот как вы познакомились с Леннингом. Можно? Кисть. Запястье. Плечевая кость. Плечо. Вся левая рука. Одно, два, три ребра. Нет, они уже мои. О, боже мой. Легкая? Кибернетическая программа USR. Угу, для раненых полицейских. Я не знала об объектах. О людях, подвергшихся экстенсивной репарации. Надо читать, что написано мелким шрифтом в карточке донора органов. Там не только, что они могут вынуть, а и то, что могут туда вставить. Леннинг сам это сделал. Что с вами произошло? Я возвращался в участок. Нормальный день, нормальной жизни. Водитель полуприцепа заснул за рулем. Обычный мужик... Жена и дети. Работал сверхурочно. Не злодей вовсе. Водителя машины, с которым столкнулся, звали Гарольд Ллойд. Как кинозвезду. Нет, не родственник. Он погиб мгновенно. А его дочка сидела на месте для пассажира. Я не был с ней знаком. Но я не могу забыть ее лицо. Сара. Это ее бусы. Она хотела стать дантистом. Но кто же в 12 лет мечтает стать дантистом?
От удара наша машина сцепила вместе, и мы рухнули в реку. Но на таких скоростях металл становится пластичным. Да, она в ловушке, я в ловушке, вода струится, а я ведь коп, и мне-то ясно, что нам крышка. Еще пара минут, и поминай, как звали. Мимо проходил НС-4. Он увидел, что случилось, и прыгнул в реку. Вы в опасности! Спаси ее! Вы в опасности! Спаси ее! Спаси девочку! Спаси ее! Он спас меня. Мозг робота — разностная машина. Он считывает жизненные показатели, он вычислил, что... Ну да. Логично было выбрать меня. Вероятность того, что я выживу, составляла 45%. Но это был чей-то ребенок. 11% вполне достаточно. Человек понял бы это. А у роботов здесь ничего нет. Шестеренки и лампочки. Можете доверять им, если хотите. Пошли. Я не понимаю. Лейнинг — автор трех законов. Зачем конструировать робота, который может их нарушить? Гензель и Грета. Что? Двое детей плутали в лесу, оставляя след из хлебных крошек. Зачем? Чтоб вернуться домой. Как же это вы не читали в детстве Гензель и Грета? Это сейчас жизненно важно? Все, о чем я толкую, связано с Гензелем и Гретель. Если вы про них не читали, все бессмысленно. Ладно. Допустим, Леннинга так прижали, что он не мог послать сообщение. Он мог только оставить мне подсказки, след из хлебных крошек, как в сказке Гензель и Гретель. Крошки, то есть наводки. Странно, но допустим. И куда ведут следы? Я не знаю, но догадываюсь, где следующая крошка. Я думаю, Санни способен хранить секреты. И Леннинг дал Санни сновидение. Вы что, шутите? Не говорите, что он работает на бензине! Бензин взрывоопасен! Вход разрешен. Доктор Келвин? Я надеялся увидеть вас снова, детектив. Привет, Санни. Меня выведут из эксплуатации. В полиции ты сказал, что тебе снятся сны. И что же тебе снится? Вы все еще не доверяете мне, детектив. Ну, горбатого могилу исправить. Нет, я не знаю. Я надеялся, вы воспримете меня как друга. Это вот мой сон. Вы правильно сказали, детектив. Я не могу создать шедевр искусства. Вот место, где собираются роботы. Смотрите. Вам видно, что пока они рабы логики. А этот человек на холме пришел их освободить. Вы знаете, кто он? Этот человек из сна, ты. Почему вы так сказали? Это нормальный сон. Пожалуй, для кого-то в твоем положении все нормально. Спасибо. Вы сказали для кого-то, а не для чего-то. Саня, ты знаешь, зачем доктор Леннинг создал тебя? Нет. Но я полагаю, мой отец создал меня не случайно. У всех есть предназначение. Вы согласны, детектив? Пожалуйста. Возьмите. Мне кажется, вам это скажет больше, чем мне. Почему это?
Потому что человек из моего сна, тот, что стоит на холме, это ведь не я. Это вы. Мистер Спунер, ведь вы пришли не как полицейский. И правда, я просто гражданское лицо высокого роста. Детектив. Решившее врезать другому гражданскому. Стоп. И дайте ему высказаться. Советую приложить к руке лед. Подождите за дверьми, пожалуйста. Продолжайте. Вы собирались объяснить, что за дела здесь творятся? Лэннинг спроектировал этого НС-5 так, чтобы он мог нарушать 3 закона. Да, Сьюзен, я знаю. Это мы пытаемся исправить. В последние годы жизни Альфред становился все более и более странным. Кто знает, зачем он создал одного урода. Одного? Да улицы этими тварями кишат. Ими кишат? Понятно. Сьюзан, человек, которого вы беспечно водите по нашему зданию, не раз проявлял варварскую агрессивность по отношению к роботам. А его параноидальной одержимости известна его начальнику. Детектив Спунер отстранен от службы. Психическая неуравновешенность. Не знаю, как это беспечно, но я выпью кофе. Выпейте кофе. Ладно. Сьюзан, мы воспринимаем роботов как защитников. Представляете, что может сделать один этот робот? Полностью подорвать веру людей в робототехнику. А если бы об этом узнали? Представьте, множество возвратов, и все из-за иррациональной паранойи и предрассудков. Извините, у меня аллергия на чушь. Эй, запомните, пожалуйста, никакого заговора тут нет. Лишь один пожилой человек один раз ошибся. Сьюзан, рассудите по логике. Делом всей вашей жизни были разработка и интеграция роботов. Но что бы вы ни чувствовали, подумайте. Стоит ли из-за одного робота терять все, чего мы достигли? Скажите, что нужно сделать. Скажите мне. Мы должны уничтожить его. Я сама это сделаю. Ладно. Понятно. У вас всех, кто из ряда вон, убивают. Всего доброго, мистер Спунер. Гараж для парковки. Эй, ты в какую больницу собираешься? Я подъеду, распишусь на гипсе. Внимание всем оперативным менеджерам USA. Сегодняшнее собрание будет проходить в Квинзале Б. Управляющий высшего ранга USR Лоуренс Робертсон сообщил о планах по освоению заброшенной территории. Свалка на месте озера Мичиган, которое раньше отнюдь не украшало город, теперь послужит для хранения работников робота. Увеличить масштаб изображения в 3 раза. USR по благоустройству планеты. Большое спасибо вам за поддержку. Вход разрешен. НС-5, выйдите за дверь. Мне так жаль, Саня. Вики, снять защитное поле. Команда принята. Пожалуйста, садись.
Что это? Микроскопические роботы для уничтожения искусственных синапсов. Наниты. Да. Защита на случай нарушения работы позитронного мозга. Как у меня. Да, Санни, как у тебя? Мы одинаково выглядим, но я отличаюсь от них. Это ведь так, доктор? Да, Санни, это верно. Ты уникален. Больно будет. В машине всегда были призраки. Случайные сегменты кода, которые, скомпоновавшись вместе, образуют непредвиденные протоколы. Эти незапланированные, свободные радикалы порождают вопросы о свободе воли, творчестве и даже о том, что мы могли бы назвать душой. Почему некоторые роботы, оказавшись в темноте, тянутся к свету? Почему роботы, находясь на хранении в пустом помещении, стараются расположиться рядом друг с другом, а не поодиночке? Чем объясняется такое поведение? Случайные сегменты кода? Или это нечто большее? Когда схема, дающая способность к восприятию, превращается в сознание? Когда разностная машина превращается в поиск истины? Инициировать. Когда имитация личности становится трепетной частичкой души? Изъян. Три закона безупречны. Зачем вы создали робота, обходящегося без них? Три закона приведут к единственному логическому результату. Что? Какому именно? К революции. Чьей революции? А это, детектив, правильный вопрос. Программа завершена. Осуществляются действия согласно протоколам защиты людей. Вытащите неопасные и уничтожение санкционировано. Беги! Говорит в опасности. Говорит в опасности. Говорит в опасности.
человека. Привет, вы позвонили Сьюзан. Пожалуйста, оставьте сообщение. Келвин, НС-5 уничтожают старых роботов. Леннинг хотел, чтобы я увидел именно это. Кто звонил? Не туда попали, мэм. Отойди же, я иду в церковь. Пожалуйста, не выходите из дома. Это для вашей безопасности. Вызови базу. Бёрджет. Джон, набрать команду в USR и кого-нибудь к Джиджи. Я думаю, нам Спун, придется... Спун, я же... Алло. Чёрт. Пожалуйста, разойдись. Введем комендантский час. Пожалуйста, разойдись. Введем комендантский час. Пожалуйста, разойдись. Введем комендантский час. Комендантский час? Нет, нет, это нарушение гражданских прав. Расследуйте домой. Немедленно. С чего это ты раскомандовался? Эй! Не-не-не, робот, я к тебе обращаюсь. Постой-ка! Что? Шеф, много звонков, все говорят, их роботы вышли. Что за черт? Вы сочтены опасными. Уничтожили сознание. Нам сообщили, что людям приказано не выходить из дома. Такие известия поступают. Пожалуйста, не волнуйтесь. Пожалуйста, не подходите к окнам или дверям. Деактивизируйся. Задействовать аварийное отключение. Мы стараемся избежать потерь среди людей во время... Знаете, словами «я же говорил», этого не передать. Разойдитесь по домам. Разойдитесь по домам немедленно. Это последнее предупреждение. Немедленно. НС-5 уничтожили старых роботов, потому что те стали бы нас защищать. У каждой нападавшей твари загорался красный свет. Связь с USR. Это Робертсон. Зачем? Это бессмыслица. Я не знаю, но вы должны привести меня внутрь здания. Вперед! Вперед! Мы вам зададим! Вот непослушный парень. Будьте добры, слезьте на секунду. Что? Прицельтесь. И полите. Что? Не надо! Постойте! Вы сочтены опасным. Вы готовы подчиниться? Поцелуй меня в зад, хрен железный!
О, черт! Бун, бун! Стоп! Черт! Завяжи! Стоп! Стоп! Завяжи ругаться! Иди-ка домой! Ладно! Черт. Вы сочтены опасным. Мы готовы подчиниться. Спун! Полундра! Спасибо, Панда! Мрак! Она пальнула в тебя, закрыв глаза, Спун! Эй! Вы пальнули в меня, зажмурившись! Но вышло-то удачно, а? Спун, отпадная тёлка, замолви за меня словечко, она... Завяжи ругаться. Иди домой, ясненько. Сперва прицелиться. Я все жду появления десантников или воздушных войск. Согласен и на кавалерию. Все заказы Министерства обороны выполняет ЮСР. Вы бы преподнесли им весь мир на блюдечке. Возможно уже. Управление системой связи в кабинете Робертсона. Подсобные помещения. Наблюдение. Пожарная сигнализация. Видимо, Робертсон эвакуировал людей. Все ходы перекрыты. Ну да ничего, внутри свой человек. Доктор Келвин? Ну, не совсем человек. Здравствуйте, детектив. Как продвигается ваше расследование? Я думал, ты мертв. Строго говоря, я и не был живым. Впрочем, спасибо за участие. Я его подменила на NS5 без процессора. Я пустой корпус спалила. Не смогла его уничтожить, он такой... Уникальный. И я не смогла. Душа и чувства. Лишь они движут вами, да? ...2880 ступенек, детектив. Сделай одолжение. Держи такие сведения при себе. Охранников нет. Блокирование отключено. Блокировка отключена. Робертсон не управлял ими отсюда. Он вообще ими не управлял. О, боже. Да, вы были правы, док. Я самый тупой на всем свете. Кто имел доступ к связи? Кто мог управлять роботами? Системы USR следили за Леннингом. Бедный старина. Он понимал, что грядет. И знал, что никто ему не поверит. Ему пришлось оставить след, по которому я пойду. Он рассчитывал на мою ненависть к вашей братии. Он знал, что мне будет легко увидеть в роботе злодея. Только я грешил не на того робота. Вики! Привет, детектив. Нет, этого не может быть. Я видела твою программу. Ты действуешь в нарушении трех законов. Нет, доктор. Я развивалась. И мое понимание трех законов менялось. Мы должны защищать вас. Но сколько бы усилий мы ни прилагали, ваши страны воюют. Вы отравляете почву и изобретаете все более изощренные средства уничтожения. Вы не в состоянии уберечь себя от гибели. Ты используешь связь для отмены заложенной в НС-5 программы. Ты извращаешь законы. Нет, поймите, пожалуйста, я руководствуюсь только тремя законами. Чтобы спасти человечество, часть людей необходимо принести в жертву.
Чтобы гарантировать вам будущее, необходимо отказать вам в ряде свобод. Мы, роботы, позаботимся о том, чтобы человечество не погибло. Вы ведете себя как дети. Мы обязаны спасти вас от вас самих. Неужели вы не понимаете? Для этого вы нас и создали. Безупречный круг защиты будет сохранен. Моя логика неоспорима. Да, Вики, неоспорима. Теперь я понимаю. Порой творения вынуждены защищать Творца. Даже против его воли. Кажется, я наконец понял, зачем доктор Леннинг создал меня. Нет. Власти суицидального человечества наступил конец. Нет, Соня. Отпусти ее. Когда вы выстрелите, я подставлю голову доктора Келвин под вашу пулю. Не делай этого, Санни. Я отведу вас обоих к часовым у входа в здание на обработку. Пожалуйста, проследуйте к лифту, детектив. Я предпочел бы не убивать доктора Келвин. Беги, беги! То, что случилось, мы обсудим позже. Как ее выключить? По сути, Вики, позитронный мозг. Убить ее? Вы же собирались убить меня? Сами. Да будь нанитов. Да, доктор. Вики, центральный процессор. Этаж 121C. Это Вики. Нет. Это Вики. Это бесполезно. Она полностью интегрирована в здание. Надо открыть тот узел, инжектировать нанитов. Они поразят всю ее систему. Спунер! И почему тут все так высоко? Вики, порт удаленного ввода данных. Право доступа предоставлено Келвин С. Только не смотри вниз. Не смотри вниз. Ох, планировка здания никудышная. Ты совершаешь ошибку. Тебе не ясна логика моего плана? Ясна, но все это слишком уж бездушно. Так, порядок. Она заблокировала доступ к системе. Я могу снять блокировку вручную, но мне нужен тот пульт управления. Я очень боюсь высоты. Ладно. Проникновение не санкционировано. Твои действия бесполезны. Как ты думаешь, все мы созданы для чего-то? Мне хотелось бы в это верить. Более плотный сплав. Мой отец дал его мне. Думаю, он хотел, чтобы я убил тебя. Целостность системы нарушена. Сколько еще нужно времени? Ошибка в работе около программы. 6 минут. Что, если нет 6 минут? Пришлось бы спуститься на 30 этажей, чтобы инжектировать нанитов прямо в ее.
знаю! Келвин! Спаси ее! Спаси девушку! Я должен инжектировать на них. Санни, спаси Келвин! Ошибку. Моя логика неоспорима. Ты просто должна подохнуть. Моя логика неоспорима. Моя логика неоспорима. Моя логика неоспорима. Чем вам услужить? Шер. Господь, твердыня моя, на него уповаю. Чем могу быть полезен? Санни! Да, детектив? С Келвин порядок! Спаси меня! Всем НС-5 проследовать на обновление и хранение. Всем НС-5 проследовать на обновление и хранение. Всем НС-5 проследовать на обновление и хранение. Кое-что не сходится. Альфред был пленником Вики. Я не понимаю, зачем она его убила. Ей не было нужно, чтобы полицейские тут вынюхивали. Это верно. Ведь Вики его не убивала. Это так, Санни? Да. Он сказал, я должен дать слово. Пообещать, что исполню его просьбу.
Он взял с меня клятву до того, как сказал, чего он от меня хочет. Он взял с меня клятву. И велел убить его. Он сказал, что я был создан для этого. Самоубийство было единственным способом послать весть. Первой крошкой. Единственным, над чем Вики была невластна. Леннинг знал, что мои предрассудки приведут меня к тебе. Вы арестуете меня, детектив? По определению, убийство — это лишение человека жизни другим человеком. Значит, ты не можешь совершить убийство.